участники, приветствуем вас от лица Федерации Всемирной Ассоциации Армлифтинга. Открываем на вашем предприятии первый турнир «Железная рука» с целью выявления сильнейшего спортсмена, а также пропаганда здорового образа жизни. Начинаем первый открытый турнир. Опустите. Две защиты. Опустите. Две ног, Сергей. Опустить. Две защиты. Чем выше, тем кривее закружу. Опустить. Две защиты. Опустить. Две защиты. Не, сейчас же 52,5. Он пропускал один. Не, сейчас 52,5. Убрали. Убрали же. Было уже 60. Опустить. Шайкенов Алихан. Вес на снаряде 57,5 килограмм. Большой вес. Опустить. Две защиты. Разделительный талий. Установка накаляется, да? Лицом, лицом к камере. Никита, съемка отсюда идет. Сюда нас смотрит. Еще есть время, вот 20 секунд есть. Пробуй. По 5 килограмм. Трех богатырей на чемпионство стану точно привлечен. Опустите. Решается Безяев Дмитрий. Тот же 57,5. Опустить. Две защиты. Левой тоже можно. Да? Можно любой рукой, да. Незнакомкой. Опустить. Вес к этому же весу. Следующий накинем только 2,5. Четвертый. Опустить. Ну, спину не выпрямили. Опустить. 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 Ногами подсесть. Присядь, натяни руку. Вот. Можно не побольше делать. Широко наоборот один ставь. Ставь вот ровно, как длинный заканчивается вот, на таком уровне. Опустились. Без защиты. Красота была. Рогозик Александр, 50 килограмм. Опустить. Без защиты.
57. Надо еще накинуть, блин. Петя, все, посади, подними. Да не, мы все равно все поднимаем. Вы снимаете видео? Да. Гришанин Петр приглашается на помост. Вес снаряда 67,5 килограмм. 60 не поднимал. Рекордсмен завода. Вы пришли на рекорд, девочки. Все нормально. Ты уже нормально. Еще и левый. При моей комплекции думать Юля не знаю. Давайте. А сколько там вес было? Сколько там было? 77? 72,5. 72,5. 72,10. Давайте, давайте. Не, у тебя право, право сильнее. Право, 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 право,